с Османской империей. Значит, ну, вбрасывают, конечно, но мы же знаем, через соцсети вбрасывали люди, которые живут за границей, в том числе на Украине сидят. В этой связи, конечно, меня удивляет позиция этих заокеанских деятелей. Да? Они вроде бы как поддерживают евреев Израиля, а руками своей агентуры с Украины пытаются организовать у нас еврейские погромы. Ну, просто невероятное свинство. И это уже не двойные стандарты. Даже не знаю, как это назвать. Извращение сознания какого-то. И это говорит о том, что на самом-то деле они преследуют, скорее всего, свои собственные интересы, чем интересы каких-то третьих народов и третьих стран. А в данном случае интерес борьбы с Россией и раскачки России изнутри. В нашей многонациональной стране это абсолютно недопустимо. Уровень совсем разный. Там эта коррупция, она фактически узаконена.